сюда. Иди сюда. Молодец какая. Иди сюда. Злодейка какая, а? Опять голодная ждала меня здесь. Снял я кормушку эту. Сейчас там ничего не висит. И пластиковую, с лопастикой. Догрызли. У меня здесь бельчата бегают, они грызут ее все время. Сейчас догрызли. Выкинул пластиковую бутылку тоже. Она стала нерабочей. Копия. Злодейка. Злодейка какая, а? Она второй день подряд встречает меня. Молодец какая, а? Какая молодец. Голодная. Хотела шишку стырить. Злодейка. Купи, а зачем тебе шишка? Ты же не будешь прятать ее куда-то. Злодейка, а? Злодейка. Какая хорошенькая. Белок тут немерено бегает, кстати. Если кому интересно. Раз белка. Два белка пьет он. Там внизу белка бегает. И это время, когда обычно белок нету. Копия тут сидит. Но копия никого не пустит к себе. Да? Злодейка какая. Сейчас я повешу сюда. Я привез две кормушки. Но я хотел одну кормушку в другом месте повесить. Но придется здесь вешать. Если они все здесь. И вот такую кормушку у меня дома лежала одна. И таких я еще сейчас три штуки еще купил. Это они в понедельник приедут. Во вторник я повешу там. Не знаю, две получится у меня две повесить или нет. Не знаю. Но одну точно повешу. Повешу там, где дятел работал. Работа дятла. Там, кстати, собака бежит сюда. Как всегда, не вовремя. Белки не разбираются, это боевая собака какая-то, охотничья, или просто какой-то мопс. Им все собаки страшны. Копия еще не видит ее. Копия. Собака, как всегда, без поводка. Ну, намордник. Ладно, но... Не, если собака без поводка, хотя бы намордник надевайте, или наоборот. Намордника нет, поводок надевайте. Там сейчас нет орехов никаких. Белки бегают, а там ничего нету. Сейчас. Злая копия. А копия какая, ух! Все, собака подошла, да. А почему собака без поводка у вас? Это не ваша, а чья это, интересно? Бельчонок совсем маленький.